пляж, Одесса, море, 7 сентября 2020 года. Вот такое солнце, тепло, людей мало. Водичка теплая, 23 градуса. Немножко штормит, но теплая. Красота. Ой, привет! Вот такие. Такой бережок. Красота. Вот конечка. Этот пляж между Аркадией и Лонжероне. Вот такая вот кафешка Санторини. Очень вкусно кормят. Рекомендую. А на заднем плане такая скала из ракушника. Если бы здесь росли деревья, ну, почти Хорватия. Вот такая вот прекрасная атмосфера. Кафе Санторини прямо у побережья моря. Сейчас мы здесь будем обедать. Так атмосферненько и романтично. Вот можно на таких каноэ прокатиться, пирс. Вот там прокат каноэ. Вот такая красота.